Ребятки, всем привет, и вы на моем канале. Сегодня я снимаю влог, самый обычный летний влог, только завтра у меня день рождения. Сегодня мы хотим пойти погулять, не знаю, сниму вам, но постараюсь. Времени еще много, поэтому сейчас я буду жарить наггетсы. Смотрите, какие у нас есть пиончики, они очень вкусно пахнут. Мы переместились на шикарнейшее место в нашем доме, это кухня. Смертельный номер. С первого раза. Я зажгла с первого раза. Вы это видели? Здравствуй, небо в облаках. Здравствуй. Сейчас будет все эстетично, не думайте. Мы не пошли, и ничего больше не происходило. Теперь я жду 00, потому что завтра у меня день рождения. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00. Я старше на год, ты пришел мой день. Ребятки, привет! Сегодня уже 9-й, внимаю, день рождения. И я сейчас вам покажу, что мама с Алисой сделали. Вот это. Сейчас мы с Алисой уже оделись и будем тут фоткаться. Какие вот мне цветочки Алиса подарила. Я, да. А вот такие вот мама с папой. Да-да. Вопросики? В общем, ребятки, мы сейчас с мамой поедем в магазин и еще заказать роллы. Вот, мы уже заходили в Фикспресс. Мы купили, короче, сок. Вот. Ребятки, мы сейчас уже с мамой приехали домой. Извините за мой такой хвостик растрепанный. Пришел домой, и Алиса такая: давайте торт разрежем. Ну ладно, мы разрезали. И она такая: мне с ягодкой. Она типа: мама режет торт, и я думаю, где ягодка-то? Я такая смотрю, а Алиса взяла мне торт в лицо. Я вам опять забыла показать тортик. Из-за этого все, что я сегодня красилась, смылось. Поэтому сейчас я вместе с вами буду красить. Ребятки, вот такой вот у меня результат. Я уже тут убрала. Ну, ладно, я просто вот тут вот нормально все сделала, а тут вот все вылетало. Так, сюда поставила сухоцветики. И ладно. Тут я, кстати, вчера уже сделала. Вместо мая июнь. Такие вот фоточки. Вот, папа пошел жарить шашлычок, и мы ждем бабушку с дедушкой. Пойду, кстати, к папе, выйду, сниму вам. Идем вместе со мной. Обуваемся. Сейчас я вам покажу окрестности нашего дома. С
вот такая вот лавка, очень удобная. Сейчас вам продемонстрирую. Вот у нас растут цветочки, и которые все в пуху. Песня «Тополиный пух», «Жара июнь» в тренде. Сейчас постучусь маме в окно. Ищем папу. Тут уже шашлычком пахнет. Смотрите, какие у нас тут красивые деревья. И там, кстати, живет Алиса, которая завтра ко мне придет. Да-да, Алиса, я знаю, что это смотрю. Шпинат, руккола и салат. Вот все. А этот? Щавель. Щавель не едят мясо. Теперь среди этого надо найти шпинат, руккола. Я мама не сказала, что там где редиска. В общем-то, я сорвала все, я молодец. Мы сейчас с Тохой тут лежим, да, Тош? Поэтому ничего не знаем. В общем, ребятки, сейчас приехала бабушка. И она подарила мне розочки, сейчас покажу. Вот такие красивые белые розочки. И пять слов. Короче, ребят, я сейчас посмотрела в окно. Это пипец, что происходит. Итак, у Софьи вчера был день рождения. Нет, переверну, переверни. Вот мой лук, вот Софин лук. Распаковка подарка от Алисы Чок. 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 Открывай. Это сумка. Там подарок еще внутри. Вот это чупа-чупсы. Мы с Софьей не могли встретиться. Она пошла там, а я вон там. В норме. У нас тут вечеринка. Маленький, вот эти мальчик. Мы когда включаем любую музыку, он вот так делает. Максим голодный приехал. Мне... Да, что, одна? Ну, пожалуй, не одной хватит. Давай мне. Своему главному гостю. Ну, неплохо. Чего? Че это такое? Так, ну хозяин всем раздает. Да, мне хватит. Так, на. Она очень кислая. Осталось. А что, я не грыз нельзя? Я ее сгрыз. Ну, уже сам черники без вкусные. Кто поймает, то и будет. Там уже это уже кто-то открывал. Тебе кажется. Я все съем. Да все ты. Дай мне. Дай мне! Да, давай. Да давайте все я открою и съем. Что вы все так... Дай мне! Да ничего нет! А сам нет? Давай, я возьму. Стой, Диман, не рыбь. Стой, сейчас. Сухарики. Вот так. А, это куда? А, мир. Давай. А, Софья, давай что-то. Отдай. Младшей собаке оставь. Ну? Оставь.
Алиса не будет ничего. Оставимся. Нет, давай я. Мы оторвем, мы оторвем. Димаша, вы что, мне сейчас туда напускаете все? После Димана брезгу есть, после Софи нет. О, после Софи. Давно пока, лучше. Я открою. Это то же самое. Что, через что? Это банан, да? Это банан, не взяла. Банан. А, да. И семечко какое-то. Я нечаянно. Я с воском. Не-не-не. А кто откусывал? Я. Палец. Что они делают? Палец, да ты мне палец сломал. А как она открывается? Ой, включается. Он не работает. Все, да, он сломан. На. Я тебе не пущу. Кто это сказал? Мама. Правильно. Да куда? Чё тут тебе? Ой-ой, мейкап, мейкап. Иди в кадр, дебил. Это консилер? Алиса, это консилер? Это подводка. Блять, ешь. Я же шарю. А где? А где? Саня, ты увидел как? Ебал. Блин. Маршмеллоу какая-то. Я смотрю, у тебя была тапочка. Пистолет. Ой, пистолет помой. Ай, вкусная. Это крокон. Кусай. Да я сейчас... Крокон. А, нет. Китайский только. Ем. Чё ты ешь? Да подожди. Оно землю отдаёт. Действительно, крокон. Ну, кусай. Реально, там земля. Кушаем. А это чё? Да он сюда. Я это не ел. Ну, ладно. Да, я съем. Димон. Я съем. Ну, кстати, режем. А я что, смотрю? Это мне, да я не ел. Ничего, мы все так все взяли. Я тебе предлагал вот эту штуку. Ты... Ой, это что, это подвачка? Давай, давай. Ну, пау. Дай просто посмотри, дай просто. А вот эту? А, вот эту? Кольную. Кольную. Кольную открой. Да. Боже, это волк просто. Дайте мне. Можно нам зубы? Ну, а мы даже не говорим, что мы едим. А мы просто едим. Мы едим вот это. Это крокон. А что на... Смотрите. На выходных. Они не помнят, они... Бабушки. Ломай. Не ломай мне жопу, пожалуйста. Делись. Мне скучать. Можешь мыть обычно с лицами. Зачем она мне? Что-то у меня сильно крутит живот. Вот там крокот, вот он уже пристал. Давайте езжай. Ой, нет. Куда ты езжай? Куда ты столько берешь? Ничего необычного. А это что, камни? Да. Я буду вам давать. Да. Шоколад. Чоколад. Попасть в дерево? Дайте мне китайского говна. Спасибо. Что-то меня урчит живот, я не могу. Чё говорит? Чё говорит? У Алиски скоро лопнет живот. Смотрите. Нет, я голодная пришла. Я тоже. Чё я стала? А я специально ничего не делаю. А, да? Ножницы есть у тебя? Чё говоришь? Чё говоришь? У тебя? Чё говоришь? 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 В общем, ребятки, все ушли. И я сейчас покажу вам обзор подарков. Останови, Паш. Вот такая вот у нас Алиска.
А девочка Уэнсдей. Ну-ка, нажмем кнопочку «Станцуй». Все, хватит. В общем, в таком пакетике мне Дима подарил подарочек. Это Дивноморск. Видите? Вот в такой коробочке сладости. Ну, в общем-то, видели, как мы их ели. Такая вот капибарка. Капибара, 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 капибара. Что-то острое. Сейчас мне подарил словечко. И такую шоколадку. И Милка. Алиса мне подарила такую сумку, смотрите. Это я. Да не ты. Тут-то там было куча чупиков, смотрите. Я уже один съела. Ребятки, мы сейчас с Алисой в машине. Сейчас вам покажу, какой у нас тут закат. Сейчас. Вот, смотрите, у нас тут такой закат. Мы с Алисой тут в машине. И она всем махает. У нас тут диалоги тет-а-тет. Мы сейчас с Алисой просидим. В общем, ребятки, мы сейчас с Алисой уже зашли домой. На этом мой влог заканчивается. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всех люблю. Пока-пока. Вы были на моем канале.